Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo taking release. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's G O L O.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. Привет-привет! Меня зовут Юля. Ты слушаешь шестой эпизод подкаста для продолжающих изучать русский язык. В каждом эпизоде этого подкаста ты выучишь четыре новых слова или выражения. Слушай, повторяй и учись. На прошлой неделе я поехала, а вернее полетела из Италии в Россию. Я говорю, полетела. И, может быть, ты уже догадался, что я путешествовала на самолете. Ты любишь путешествовать? Какой вид транспорта тебе нравится больше всего? Давай вспомним. Какие виды транспорта бывают? Хм, какие слова помнишь ты? Очень хорошо, молодец. Мы можем путешествовать на самолете. Это быстро. На поезде. Это удобно. На машине. Для тех, кто любит не зависеть. Ни о чего. На автобусе это недорого. На корабле. Для тех, кто не страдает морской болезнью. Итак, как ты думаешь, о чем мы будем говорить сегодня? Конечно же, о путешествии. А еще точнее, о путешествии на самолете. Сначала мы послушаем диалог, а потом проанализируем слова. В нашем диалоге будет два героя. Кристина и Мартин. Они из Испании. Мартин, ты уже купил билет? Нет, я выбираю билеты сейчас прямого рейса до Москвы нет. Есть рейсы с одной пересадкой? Да, есть рейсы с пересадкой в Гамбурге, Париже и Стамбуле. Хорошо. Давай возьмем стыковочный рейс с остановкой в Париже. Если у нас будет много времени между рейсами, мы сможем погулять в городе. Хорошая идея, Кристина. А какое место ты предпочитаешь? У окна посередине или у прохода? Я люблю сидеть у окна. Хорошо. Два места у окна и посередине. Да. А во сколько нам нужно будет быть в аэропорту? Регистрация начинается за два часа. О, почему так рано? Нужно сдать багаж, получить посадочный талон, пройти контроль ручной клади. Если в аэропорту будет очередь, на это может уйти много времени. О, ужас. Тогда, если рейс в восемь, мы должны выйти из дома в пять? Может, есть рейс попозже? Да, есть еще один рейс в 10 часов. Отлично. Давай возьмем билеты на этот рейс. Теперь нужно ввести данные. Имя, фамилия, серия и номер паспорта. Паспорт действителен до... Мартин, ты не поверишь. Мой паспорт просрочен. Как? Тогда опять поедем в Барселону. Какие слова, связанные с путешествием на самолете, ты услышал в этом диалоге? Давай поговорим о некоторых из них. Стыковочный или транзитный рейс. Что это? Когда у тебя стыковочный рейс, ты летишь только на одном самолете? Нет, конечно же нет. Стыковочный рейс это перелет с пересадкой, хотя билет у тебя один. Такой билет может быть дешевле, чем билет на прямой рейс. Поэтому многие люди предпочитают Транзитный или стыковочный рейс, даже если есть прямой рейс. Стыковочный или транзитный рейс Connecting Flight Il volo de coincidencia. Какие рейсы предпочитаешь ты получить посадочный талон? Что такое посадочный талон? Как ты думаешь, что на нем написано? Ну, конечно, твое место в самолете, время вылета, посадки на самолет, а также выход на самолет. Посадочный талон, бойдин пас, выход на посадку. Гейт пройти контроль ручной клади. Хм, ручная кладь это сумка, которую ты берешь с собой на самолет или сумка, которую ты сдаешь в багажное отделение. Да, конечно же, ты берешь ручную кладь с собой. Контроль ручной клади. Hand baggage check. Контролло дель багайо оману. Кристина говорит. Мой паспорт просрочен. Ох, это очень сложное слово. Мой паспорт просрочен. Просрочен. Как ты думаешь, если паспорт просрочен, то все нормально? или это проблема? Да, это проблема. Просроченный паспорт не действителен. По нему больше нельзя путешествовать. Нужно получать новый паспорт. Когда ты путешествовал на самолете в последний раз? Куда ты летел? Какой рейс у тебя был? прямой или транзитный, стыковочный? Какие места в самолете ты предпочитаешь? У окна, посередине или у прохода? Что ты обычно берешь с собой в ручную кладь? Мне очень интересно. Расскажи мне все. Поздравляю! Ты прослушал весь шестой эпизод подкаста для продолжающих изучать русский язык. Ты просто молодец! Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com. My sleep is way better. My thank you Inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery and I saw the Golo commercial and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com you um.